Всем привет! Привет, подписчики и все, кто заглянул ко мне на канал. А мы понемножку начинаем собирать урожай. Ну, как сказать, собираем урожай? Мы сейчас набираем все, чтобы дети могли забрать с собой. Сегодня 3 августа, и, конечно же, уже, как говорится, в огороде и в теплицах есть что собрать. Морковь, свеклу выкопали, перец уже хорошо вот нарос. Как же без помидор? Собрала сначала красные помидоры, ну и бурые, и зеленые даже тоже собираю, отправляю детям, чтобы как можно дольше они могли поесть овощи с огорода. Кто со мной давно, тот знает, что мы живем в деревне, это не дача. И поэтому наша жизнь в деревне в летнее время немножко своеобразная. Встречаем гостей, когда у них отпуск, приезжают, погостят. Ну, потом, конечно, провожаем. Итак, большую часть лета встречаем, провожаем. И, конечно же, очень хочется, ну, дать все, что выросло на огороде. Вот даже картофель накопали. Ранее мы уже давно копаем и на еду, и с тобой. Но уже и поздняя картошка неплохая, как видите, выросла. И банок я уже немало накрутила. Предлагаю много, но возьмут то, что поместится. Как они говорят, машина не резиновая. А вот клубнику и ежевику поесть здесь понемножку, конечно, получилось. Но с собой дать пока нет. Второй урожай только начинается на клубнике, а ежевика, ну, вообще только-только еще начинает плодоносить. Вот такой у меня сегодня маленький ролик о нашей жизни в деревне. Всем желаю, чтобы ваши близкие и родные как можно чаще тоже вас навещали. И вам было чем с ними вкусным и полезным поделиться. Всем пока-пока!